Привет, мои хорошие! Вы меня просили снять видео за неделю, мой макияж на Новый год, какой он будет и в чем я буду на Новый год, но поскольку у меня никак все не получалось заранее сделать покупки, и буквально, получается, за пару дней до Нового года я себе только лишь один образ до конца так сделала. Хотела купить себе как минимум пару платьев и докупить к нему все аксессуары. Ну да ладно, делаю образ первый, который у меня получился сделанным до конца. В общем, я взяла себе вот такое вот платье. Я отойду подальше. Значит, вот такой у него цвет, он не белый, цвета шампанского, его надо будет еще постирать, потому что, поскольку я его брала с собой, чтобы выбирать клатч, обувь, и он у меня уже так порядком залосался. В общем, для ульяновских подписчиков платье я это взяла в Сити на первом этаже, где-то справа бутик, как оказалось, это... Конечно же, не настоящая Max Mara, это просто в Турции делают по журналам, видимо, вот эти все как фейки или подделки, как это называется. Вот. Но, в принципе, не суть, мне как бы на это все равно, главное, я подобрала себе по фасону, как мне нравится. И чему очень рада, значит, размер М-ка, но такая маленькая ремарочка в Амаранте на первом этаже с главного входа, если до конца налево в бутик зайти, то там есть точно такие же платья, этот я взяла за 4500, а там они 3500 рублей, то есть целые 1000 рублей экономия. Там, когда я была, был только размер еще больше S-очки или как там, в общем, больше размер. И точно такой же есть черный вариант платья, тоже с золотом. Но это вдруг кому-нибудь будет интересно, потому что частенько ульяновские подписчики спрашивают, где и что я брала. Значит, далее. Я взяла обувь, очень долго я искала обувь, буквально когда я обошла уже все магазины, и мы ходили в этот день с Оксаной, собирались уже уезжать домой. И, о боже, я нашла все-таки свои идеальные, получилось не туфли, а хотя бы вот такие вот ботильоны. Здесь золотая застежка с сердечком, внутри это выглядит все вот так. В общем, это такая кожа светлая, на оттенок она, ну, практически одного, чуть-чуть другой такой, немножко у нее оттеночек, но очень они подходят. В общем, это фирма, не знаю, как это, неважно особо, Либелин, не знаю, правильно ли я это произношу, и стоит, значит, они у нас стоили 4000, мне за 3700 отдали эту обувь. Значит, взяла ботильоны. Вначале я, когда ходила за клатчем, тоже не могла себе подобрать никакой клатч, и взяла себе на всякий случай в центр вот такой вот клатч, стоит он 190 рублей. Единственное, здесь не очень удобная такая застежка. Во-первых, когда вот этот ценник я сниму, будет не видно, в какую сторону нужно вот эту застежку открывать, потому что достаточно проблематично. Внутри это выглядит вот так. И здесь вот такая серебристая, но ее не очень заметно на фоне платья, что она такая очень светлая, серебристая цепочка. Вот, но придя домой, конечно же, я в принципе так и знала, что не особо он сюда подойдет, но оставлю его, конечно, для какого-нибудь другого образа. И я взяла такую сумочку. Так, тоже для ульяновских подписчиков, это у нас, получается, Арбат, здание возле креста на Гончарова. То есть центр, понимаете, на второй этаж, центр направо, а это налево. И вот такая вот прекрасная сумочка, вся отделана она розочками, вот такие здесь ручки. И мне кажется, как никак, кстати, она сюда подходит. В общем, получается это как-то так, вместе с сапожками, более-менее такой полный образ вырисовывается. Здесь у нас вот такие две какие-то штучки с бисером, и вот здесь вот как такой мешочек и вот такое донышко. Она небольшая совершенно,
значит, стоил этот клатч. В итоге я его взяла за 390 рублей. Мне повезло, поскольку стоил он 580 рублей. Буквально в день, когда я приехала, я уже собиралась его покупать и автоматически выдала программу, что он уже стал стоить 390 рублей. То есть его уценили. Вот. Именно этого расцветку, эту расцветку я взяла последней. Есть белый, есть еще больше в золото сумочка уходит. В общем, если вдруг интересно, если вдруг вы так же, как я, долго искали свою идеальную сумочку под Новый год, может быть, это оно будет. И вот такую я заколку взяла, что это у нас в аксессуарах, 390 рублей, но что-то не очень она мне понравилась. В Литуале то, что я заколку брала, она держит лучше и крепче. Мне вначале даже казалось, что она не сможет удержать хвост, но вот это она как-то посвободнее, и тем более сейчас, когда я уже подстриглась, я вообще не уверена, что она мне как бы нужна, но вот сдавать я ее, конечно же, не буду. Так она все подходит тоже под этот образ, по цвету, как дополнение. Вот, в общем, такие вот у меня покупочки из одежды. Так я буду выглядеть на новогодних каких-нибудь мероприятиях. Навряд ли я, конечно, буду еще бегать по магазинам в выходные. Но, в общем, не знаю, что-то мне уже поднадоело, если честно, вот так вот все в бегах, все в попыхах, все это искать и пару раз уходить ни с чем, это ужасно. Вот, такие, в общем, покупочки. Пишите, конечно, если хотите видеть аутфит с этим полностью нарядом. Я, конечно же, сделаю и с макияжем. Лак вроде бы взяла тоже под него, золотой, скорее всего. В общем, пишите, жду ваши комментарии, девочки мои. Еще раз вас поздравляю. Наверное, выложу успею до Нового года это видео. С наступающим. Всего-всего самого наилучшего, самого хорошего, светлого. Целую вас и всех пока-пока.